Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня буду делать картофельные зразы с начинкой из куриной печени. Это блюдо делается относительно недолго, получается очень вкусным. Еще их очень удобно брать с собой в качестве перекуса. Получается и печень, и сразу гарнир. Добавьте немного овощей, и вот вам полноценный обед, ну или ужин. Промытый подготовленный картофель я отварила прямо в мундире, затем дала немного остыть и почистила. Печень обжарила до готовности на небольшом количестве растительного масла вместе с крупно порезанным луком и морковью. В конце добавила соль, чеснок и специи. Это добавляйте по вкусу. И теперь отдельно картофель, отдельно печень я пропущу через мясорубку со средней или мелкой решеткой. Добавляю яйцо, также добавляю сюда соль и специи и добавлю немного муки. Количество муки также регулируйте сами. Теперь все размешаю и теперь формирую зразы. Беру немного картофельного пюре, это нужно делать все влажными руками. Выкладываю печеночную начинку и собираю края. И теперь формирую котлету. Теперь обваливаю котлету в муке. Выкладываю зразы на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваю их с одной стороны, а затем переворачиваю и жарю до румяной корочки с другой стороны. Ну вот, зразы готовы. Хочу отметить, что с начинкой можно экспериментировать. Ну, например, к печени можно добавить обжаренные грибы или вареные резаные яйца. Подавать эти зразы можно со сметаной, с любым соусом или с овощным салатом. И, кстати сказать, они вкусны как в теплом, так и в холодном виде. Лично мне больше нравится второй вариант. Обязательно приготовьте, попробуйте. Я благодарю всех, кто смотрит мои рецепты, особенно тех, кто готовит по ним и пишет подробные комментарии. Смотрите также и другие мои рецепты. А я желаю всем удачных экспериментов на кухне, приятного аппетита, а мы увидимся в следующих видео.